Чебоксарах совершенствуют систему навигации транспорта. Информационные табло на остановках передают актуальные прогнозы прибытия. На днях ввели новые спецзнаки. По транспортной реформе на дороге столицы Чувашии вышли автобусы большой вместимости. К тому же они низкопольные и приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Каждый такой автобус на портале BusChip и в мобильном приложении теперь отмечен спецсимволом. Такие же значки вскоре появятся и на информационных табло. А вот с тремя заглавными буквами КОН многие уже сталкивались. Это нововведение организация Чебоксаротелеком внесла, потому что на горячую линию поступало много жалоб на долгосрочные прогнозы. Мы ввели символ КОН, который отображает транспортное средство на конечной остановке. Раньше, когда транспортное средство приезжало на конечную остановку, оно пропадало с прогнозов и показывался прогноз следующего, идущего за ним, и, соответственно, показывался долгий прогноз. А по факту, когда с конечки транспорт трогался, он приезжал гораздо раньше. Сейчас мы эту проблему решили, и жители города видят, когда на конечной остановке находится транспорт, и нету ложных длинных прогнозов. Сейчас в Чебоксарах 130 информационных табло, 39 из них появились в этом году. Размещают их рядом с социально значимыми объектами и в местах большого потока муниципального транспорта. Информация поступает с ГЛОНАСС-трекеров, которые установлены непосредственно на транспортных средствах. Ими оборудованы все троллейбусы и более 80% автобусов и маршруток. Когда временных перевозчиков заменят на постоянных, тогда охват будет почти стопроцентным. Трекеры позволяют фиксировать нарушения скоростного режима. Карта наглядно показывает, водители каких маршрутов чаще всего превышают и на каких участках дороги. Эту информацию еженедельно передают в администрацию города для предоставления перевозчикам. Информационно-навигационная система Чебоксара развивается по проекту цифровизации городского хозяйства «Умный город». Он реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.